Сегодня кто-то из вас кринжанет, потому что эти двое, про них будет один такой сериал, типа фейк и настоящий. И настоящий, если что, вот этот, кто не знал. А мы начинаем. Ну что, будешь еще мне угрожать то, что я не фейк? Точнее, фейк, и ты меня, типа, на шашлык пустишь, а? То есть ты думаешь, что мы правда очень одинаковые, и нас никто никогда не различит? Ну, конечно, различат. Ну, или не различат. Это ты так думаешь, а я думаю, что мы очень похожи, и я буду скидывать вину на тебя. Как ты смеешь меня? Как ты смеешь? Просто зачем? Как ты смеешь? А чё это ты заикаешься? Мы с тобой отличаемся. Понял? Знаешь, чем? Ну, чем же? Глазами. У меня ярче, чем у тебя глаза. У меня прям голубые, а у тебя тёмно-голубые. Блин, и реально глаза отличаются. Зато смотри, что у меня есть. Что это? Это линзы. Я их одену, и никто ничего не узнает. А у тебя румяны. А у меня нет румян. Блин, тут повторил. Ну ладно. Ну и зачем тебе это? Надо, понимаешь слово «надо»? Эй, а если я изменю наряд? А я его повторю. И да, не путайся, пожалуйста, под ногами. Нет, но это вы видели? Он мне еще и угрожает. Придется с ним поменять свой скин. Если что, не... Девочка, у меня просто волосы длинные. Ты даже покрасил волосы ради изменения скина? Ну да. А чё, слабо, что ли, покрасить волосы? Ха. Да нет, мне не слабо. Ну. А порода не скоро, но ждите.